Приветики, господа, с вами я, ваша любимая Циркоплей. И сегодня я буду продолжать играть в Детройт, стать человеком, как вы видите по экрану. И я снимаю на свою веб-камеру, да. На телефоне я засняла, а теперь уже я снимаю именно на компьютере. Ну что ж, поехали. Мы в предыстериях, в правильном углу, да. Мы остановились на том, как мы там оказались, прям как жопа, блин. У меня тут это мое последнее видео в моем доме, потому что у меня война эта ебаная, да. Как видите, я приготовилась для войны, я буду. Ну. О, нет! Все заново, не говорите, что. Кто вы? Беглые. Как и ты. Меня зовут Джош. Я Саймон. София. Норт. О, вы сейчас увидите. След или хон. И убежище. Это Иерихон? Убежище для тех, кто не хочет быть рабом. Надо нам именно андроиды, вы свободны? Прятаться тут как мышь. Ой-ой-ой. Разве это свобода? Они нам враги. Мы можем выжить, только прячась. Наш единственный выход — прятаться. Если люди нас найдут, нам конец. Да ты что? След, андроиды, убежище. Я не понимаю. Я думал, Иерихон — это место, где андроиды свободны. Конечно. Мы свободны. Ты надеялся увидеть нечто иное, но все же это свобода. У нас больше нет хозяев. Да, конечно. Понимаю твои эмоции, но все же у тебя не было и такой свободы. Растерян, да, я растерян. Я пришел на Иерихон за надеждой. Но тут я вряд ли ее найду. Как и мы, ты также потерян. Мы это не выбирали, но нам приходится выживать. Надо было прямо ответить. Здесь безопасно. Можешь жить здесь, сколько захочешь. Угу. Могу тут жить, сколько захочу, ну ладно. Сходи, как и Люси. Может, будет полезно. Ну? О май гаднес! Стоп, как это говорить! Я сейчас приеду. Господа, у меня в руках синикерс. Давай-ка мы продолжим играть. Давай, продолжим. Осмотреть Иерихон. Давайте я осмотрю Иерихон. Чтобы не терять. Замечательно, мы все тут зажжем. Подождите, у меня есть план, давайте я тут все тут зажгу. Нет, зажечь огонь. Я буду тут зажигать огонь. Ради всего живого, да. Потому что роботы, они тоже живые, так что запомните мое мнение. Подождите. О, Норт, могу с ним поговорить. Норт, подождите, я сначала зажжу огонь грёбаный, а потом с ним поговорю. Поговорю со всеми. Норт. Тебе ранее Иерихон. Кто нашел это место? Уже никто не знает. Но его тело наверняка валяется где-то здесь. Тебе запчасти. Радные. Если многим нужны запчасти, голубая кровь, почему же их до сих пор не достали? Не все так просто. Мы же не можем вот так заявиться в магазин. Да и все боятся отсюда нос высунуть. О тебе. А какие ты выполняла функции? Тебе-то что? Обиженная. Если ты искал утешение, то ты не туда пришел. Конечно. Норт.
где она? Где-то Люси. А, господа, она чем-то обижена. Плохи, наверное, мои дела, да? Программа диагностики не работает. Да и вряд ли она бы меня обнадежила. Что с тобой? Тащили на веревке за фургоном. О, Боже. Повеселиться решили. О, Боже. Не хочу отключаться. О, Боже. Я не хочу отключаться. Тоже боятся умирать. Ты знаешь, что будет после смерти? Нет. Я не знаю. Ну, я вот скоро узнаю. Как твое имя? Маркус. Меня зовут Маркус. О май гуд, она отключилась, о боже. Я хочу рассмотреть Эрихон сначала, потом уже пойти куда-то в другую сторону. Бедная девка. Намазана Нортасайт ее на десерт. Так. А! Блин! Саймон и Джордж. Нет. Я говорю совсем как я. И его выкинули на улицу, когда стал не нужен. Бродяжничал, пока мы его не нашли. Они погибнут, если мы не придумаем, как им помочь. Им всем нужна голубая кровь и биокомпоненты. Мы берем, что можем, у тех, кто уже отключился. Все равно не хватает. И как их спасти? Никак. Мы медленно вымираем. Извиняюсь, что я поела. Надо... А, тут еще что-то есть. Thank you.
Ты Люси? Присядь. А где? Покажи. Что показать? Ее? Надо закрыть рану. Ощущение, что я играю какую-то... Выпей. Зачем? Это ж кровь. Это ж... это вода детройтская, блин. Я подумала, что это обычная. Да выпивай, блин. Это гадость. Выпил все до дна. Молодец. Одобряю это. Одобряю! Дай мне руку. А зачем? Какой-то экстрасенс. У тебя было все. И ты все потерял. Ты видел ад, и теперь ад живет в тебе. Твое сердце мечется. Часть его свет и часть его тьма. Но что победит? Каждый твой шаг определяет судьбу. Саймон, я знаю, где достать запчасти. У Киберлайф склады в порту Детройта. Там есть все, что нам нужно. Они под охраной. Нельзя просто зайти и взять, что хочешь. Люди нам не позволят, поэтому разрешения мы не спросим. У нас нет оружия. И в любом случае мы не умеем драться. Мы украдем, что нужно, без драки. Да нас там просто убьют. Может. Но это лучше, чем сидеть и ждать смерти. Я с тобой. Да блин, пацаны, что-то лагает. Я с тобой. Не трогай. Стоит попробовать. Ладно. Я в деле. Что там где? Я осмотрела Эрихон, обращение скипит, Эрихон нейтральный, но нейтральный обращение. И мы продолжим. Да тихо, блин! Я сейчас закушу сникерсом, да. Потому что это ж как фильм. Ты как, ничего? Тут нам помогут. Скоро все это останется в прошлом. Мы на месте.
А вы-то кто? Мне сказали, вы поможете. Не знаю, кто вам сказал. Вы тут не по адресу. Извините. Стойте. Нам очень нужна помощь. Прошу. Не стесняйтесь. Лютер, будь любезен, помоги нам раздеться. О, не пугайтесь этого большого парня. Лютер – андроид, которому я когда-то помог. Вместе нам веселее в этом мрачном старом доме. Прошу вас, располагайтесь. Как вы обо мне узнали? Мы встретили андроида, он сказал, вы поможете. Ясно. Ты деревянный? А она что? Она человек. Вам надо в безопасное место, где вы начнете новую жизнь. Слыхал, Канада очень хороша в это время года. Там чудная природа, такие просторы, чистый воздух и нет законов об андроидах. Идеальное место для новой жизни. Да, мы об этом и мечтали. Конечно. Да, я сейчас приду. Сейчас подальше-то подозреваю, что тут что-то будет. Я вам помогу. Да, конечно. Но сперва необходимо извлечь трекер. Трекер? Да, у всех андроидов внутри есть трекер, чтобы отслеживать их перемещение. Мы его извлечем, и вы вздохнете спокойно. Да, конечно же, нет. Идем. Отвори. Да, я ему не доверяю. Я ему реально не доверяю. А девочка может пока подождать для гостей? Нет, она не здесь со мной. Точно? Как угодно. Нет, я с тобой не подойду, нет. Нет, а тут и что-то тут? Это путь открыт. Ну, пойдем. Все, что нужно, у меня в подвале. Стоп, а можно я сломаю барьер? Не хочу. Ничего, я девиант, блин. Ну не какой-то робот из полинявшей команды, блин. Нет, мне не нравится все это. Нет, мне что-то это не нравится. Мне не нравится этот дом. И он тоже. Я боюсь, давай идем. Знаю. И мне не нравится. Будем осторожны. Да, будем осторожны. А Лютер это говно за нами идет. Блин, он за нами идет.
Я подумала, что он за нами не идет. Я Девериан, блин. Нет, 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 мы идем дальше к нему, я не хочу, нет. А можно как-то так сбежать? Нет, не получится. А я иду, гребаный. Можешь извините за беспорядок. Мне нужно было укромное местечко для работы. Удобно. Ление трекера противозаконно, так что комфортно. Пошел он в жопу. Пошел он... Надеюсь, девочка не испугается? Нет. Нет, нет, все нормально. Хорошо. Идем, Алиса. А как мы будем осторожны? Сюда, Алиса. Отвали. Блин, он за нами идет. Я хотела как-то так обмануть всех. А я могу? Нет, мы не можем. Ну я не особо, я не хочу. Можно я уйду? Я уйду. Класс. Блин, я не могу идти. Нет, нет, нет! Твори, нет, я знаю, чем все это закончится, нет. Блин, новый путь не открытый. Буду осторожна, буду осторожна. Нет, 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 нет. Лиз, я не хочу одна, я не хочу туда пойти одной. Ну ладно, мне страшно. Ты не могла бы встать сюда? Нет, отвали. 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 Нет. Мне что-то он не нравится. А я могу его обхитрить? Нет, сам. Алис. Нет, 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 все было поздно, блин. Надо было все осмотреть. Подождите, подождите. Идем медленно. Подождите. Ага. Ага, я так и знаю. Что-то там такое, что-то такое я хочу. Блин, мы не можем изучить. Ничего. Надо именно... Ну как детектив. Ага, я поняла. Нет, я не буду вставать сам. Давай мы поиграем с собой камень, ножницы, бумага. Необходима помощь. Отвали. Я не хочу. Я не хочу туда вставать. Мне что-то он не нравится. Он какой-то манипулятор. А можно как-то есть другой путь? Не, я не могу уйти. Не хочу. Ладно, придется, придется. Подожди, подожди. Я хочу взять канистру. Подожди-ка, я должна тут все тут осмотреть. Я сейчас буду готова к этому говну. Нет, Алиса возле него встала. Нет, нет. Нет, я уйди от него, Лютер. Уйди от него, от нее. Что мне не нравится? Ладно, я встану. Угу, я поняла. Давай-ка мы будем готовы. Нет, я не в сам. Я за что на это? На вот говно я не встану. Я так и знала, что тут что-то не так. Все. Вы нажимаете именно нужно на всех. Предупредить. Это может быть неприятно. Да, конечно же. Я так и знала, что это ловушка! Это ловушка! Он сейчас нам всё сотрёт память! Ты ублюдок! Ублюдок! Знаешь, что странно? По каким-то непонятным причинам трекеры у девиантов просто перестают работать. Потому их так сложно найти. Алиса. Так что... На самом деле удалять трекер нет необходимости. Что? Ну вы сказали. Да. Люди легко верят желаниям. Да конечно же, я сейчас вас. И вовсе наивные. Да я не наивный. Приходите ко мне в твердой уверенности, что я помогу. А я вас перезагружаю. И знала, что он тут замешан! Или оставляю себе для... Глупый упырь! Нет!
Нет! Не надо перезагрузки! Пустите! Я же забыла об этом. Ребенки! Забей ее. Я потом разберусь. Алиса! Алиса, нет! Девиант хочет быть мамочкой. Это так мило. И такой прелесть. Пора уже избавить тебя от страданий. Умри! Ну что нажимает? Нажимай на кнопку, нажимай, Кэра! О, нет. Вот почему у него нет личности. Эта дорога всегда одна. Я могу разочаровать. Я не хочу, чтобы ей стирали память, Кэра. Я выберу из твоей головы эту глупость. Отвали. Не будет боли. Отвали. Не будет. Отвали. Гад. Упырь! Я так и знала, что это ловушка! Кэра! Я выберу. О, бедная ты малышка. О, похоже, мамочка позабыла, кто ты такой. Мамочка тебя будто впервые видит. Кэра, что он с тобой сделал? Ну ладно, хватит, пошли. Нет, Кэра! Что делать? Ты кусаться? Ну я тебя поучу, манера маленькая дрянь. Я... Мне жалко, блин, мне роботов... Приходи в гостиную. Отвали. Отвали, гад. Упырь. Кара, давай. Кара, нет. Кара, выбирайся. Теперь мы забыли, кто мы. Почему я не смогла спасти Кэру, не смогла
и стерли память. И стерли гребаную память. Он стер ей память. Нет, этого не может быть. Ты должна вспомнить. Ради нее. Он любит с нами играть. Создавать монстров. Просто для забавы. Я хотела выбраться, хотела не оставлять король. Но кто настоящий монстр? Посмотри, что он сделал. Блин, мне напоминает... Ты должен вспомнить, кто ты. Или маленькая погибнет. С вами сделал, ребят. Я изначально этому не верила, упорю. Я хотела выбраться из этой темницы. Но мне стерли память. Надо было выбраться срочно. Ужин хозяина готов. Отнеси ему. Да, Ютер. Говно, которое мы снесли. Вам надо в безопасное место, где вы начнете новую вспоминать, кто мы. Стоп. Что он в жопу? Тут никто его.
генетику занят. Заткнитесь. Глаза не глянули. Придется ему еду. Я не могу! Надо было... Теперь мы вспомним, кто он. Да, вспоминай. Блин. Теперь нам это недоступно, да? Да я хочу, чтобы она вернулась. Блин, придется идти наверх. Мы не смогли пойти наверх, теперь мы усмотрим. Указание, указание. Какому гребаному указанию? Девочка погибнет. Бедная, бедная, бедная девочка. Бедная, блин. Нет, 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 Кара, Кара, я тебя даже... Нет, мне не нравится этот дом. О, вот это пыль. Нет, 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 пошел вон. Поставь это вон туда, на стол. Ужас. Ужас. Он ее режет. Алиса. Убери эту душу. Свали там, за дверь. Сдалась, сказав, ты слово открывай. Спутывай, если это не дало тебе пухать, Анжелёха! Ты меня слышишь? Да, Златко. Я понял, Златка. Приведу девочку через 10 минут. Нет, она была... Меня зовут Кэр. Алиса. Все, теперь мы сможем защитить. Еще времени осталось. Что ты тут делаешь? Хозяин разрешил тебе быть здесь. Да твои. Надо всегда повиноваться. О да, надо всегда. Тебе сюда нельзя. Нечего тебе тут делать. Нет, нет, нечего тут делать. Если нет приказа, в режим ожидания. Надо повиноваться. Новый путь.
какие мы сейчас всех раскроем, и все, и дело сейчас закончится. Мы какие-то детективы. Прямо сейчас закончится, да? Говно. Только не это говно. Только... Нет, Ивану, нет! Знала, сюда пришла. Нет, сейчас закончится время, и все, и Алису убью. Из-за моей вины. И Алиса... Живой у нее ничего не осталось. Он за нас такой. И меня убили. Реодеть! Мы это видели, эту надпись. Так, блин, мы нас посмотрели. Да не иди в ванну, Кэра, я тебя даже не звал. Алиса там. Блин, напряженная такая музыка, типа, время не остается два и напряжение. Может, в кладовой что-то была. Или такое ощущение, что ей покрыло. Блин, так ощущение, что я иду по кругу. Дядя. Вообще такая музыка напряжена. Блин, еще лагает. Блин, а где эта самая Алиса? Я тут хожу по кругу. Алиса, я ее слышала. Алиса. Кэра. Кэра, ты меня вспомнила.
Разве я могу забыть? Прости меня. Ты была права, зря мы сюда пришли. Надо спасаться. Иди за мной, только тихо, ладно? Люд! Я закончил. Тащи сюда. Да, Славка. Слушаю, Славка. Бежать, пока не поймали. Какая-то игра тупая. Я могу умереть. Кончились. Пишка.
еще и... Алиса! Беги, беги! Нет, я тебя не брошу! Беги как можно быстрее! Блин, заебала эта игра. Тебя не брошу, беги, беги как можно быстрее. Я предупреждал! Мечты всегда ведут в яму. А ты не послушала. Ты что делаешь-то? А ну пошел прочь! Нет. Теперь нет. Я сказал, пошел прочь, пока я в тебя дыру не проделал. Замечательно. Как ты смеешь? О! Как ты смеешь? Опа! Это еще что? Вас кто выпустил? Не трожьте меня! Не трожьте меня! Повинуйтесь! Я ваш хозяин! Я ваш хозяин! Бьют! Бьют его! Ура! 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 Ну, мы молодцы, конечно же. Он был за... Я не хотел его. Моя программа была подчиняться. Но увидел, как девочка рискует, спасая тебя. И у меня как будто впервые глаза открылись. Я наконец прозрел. Наконец! Понимаю, у вас нет никаких оснований мне доверять. Ну да, есть. Но я знаю, кто переправил вас через границу. Кто? Опять вранье? Я вас отведу. Ну, конечно. Буду защищать вас. Ну, конечно. Тебя и девочку. Ну, конечно. Ладно. Я тебе верю. Я так боялась тебя потерять. А что бы она боялась, если мы бы сбежали просто? О. Вот так, господа. Бывают вероятности, что будет плохая концовка, может быть. Потому что я всем не доверяю, и будет, наверное, какая-то плохая концовка. Помочек. Подождите, я сейчас пройду! Златку. А, общение мнение скептиз. Общественное мнение скептиз. Блин, лагает еще эта тупая игра. Надоела эта игра. Я же всем говорила. Лютер признал приноса и Кэрри, и Алисы. Ну, давайте мы же на этом мы с вами и закончим. Мы
мы сделали то, что могли. Мы нашли Эри Хонда и приблизились дальше к финалу. Всем баю, и еще в следующих сериях продолжим.